Ты меня слышишь? Чего тебе еще, Строс? Все кончено, все мои планы унесло в космос. Нет, 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 не кончено. Пока еще нет. Айзек, Айзек, мы построили эту штуку. Мы можем ее уничтожить. Обелиск, что ли? Строс, ты знаешь, где обелиск? Он в правительственном секторе. Мы должны идти туда сейчас же. Сейчас, сейчас. Мое время на исходе, как и твое. Строс, куда тебе понесло? Черт! Ну что ж, у нас новое задание, ребятки. У нас новое задание. Я всех приветствую на канале. Мы продолжаем играть в игрушку Dead Space 2. Сразу в самом начале видео показываю инвентарь и вот это вот дерьмо по количеству узлов и кредитов. А кто не понимает, в чем дело, почему у меня их так много, пожалуйста, посмотрите начало 5 главы. Там я это все подробно объясняю. Поэтому не вздумайте писать, что я читер. А если будете писать, то я с вами не согласен. Поэтому, ребят, погнали. Погнали, погнали и еще раз погнали. Так, а где мы оказались? Какие-то комнаты непонятные. То ли сектанты, то ли... Ну, вы сами все видите, да? Везде, блядь, какие-то свечки стоят. Вот эту локацию я, когда первый раз проходил игрушку, я запомнил больше всего. Больше всего, потому что, ну, блин, тут реально, тут столько всякого дерьма. Это просто что-то невероятное. Особенно вот эти все свечи. Они немножечко, конечно же, загоняют в ступор. Но, тем не менее, вот видите, сколько их. Очень-очень даже много. Очень даже много. Так, а мы тем временем сейвимся. Идем дальше. Так, ну что, давайте осмотримся, ребятки. Такое ощущение, как будто здесь жили одни сектанты. Реально, блядь, одни сектанты. Посмотрите. Вы посмотрите на это. И везде какие-то трупы. Жилые. Это жилые, короче, жилые отсеки. Все в кровище. Все в каких-то иероглифах. Все в каких-то свечках, надписях. Просто какая-то жесть. Не побоюсь этого слова, какая-то жлютая вообще жесть. Батюшки мои. Прикол в том, что одни трупы. Так, а мне все-таки сюда. Куча трупов, куча окровавленных кровать. Батюшки, что это? А, будильник, ну понятно. Всем пора вставать. Как говорится, подъем. Как говорится, подъем. Угу. Ясно, понятно. Охренеть. Мы наводили на них ужас после сеансов. Я помню. Они помещали нас в машину, так, а чтобы лифт. Мы повторяли шаги. Я не помню никаких сеансов. Тебе повезло, что ты не помнишь. Начнешь вспоминать? Ну, поехали. Он вернется. Кто? Кто вернется? Действительно, кто? О, посмотрите-ка. Как же ты вырос.
Куда ты уходишь? Не иди за ним, его там нет. Про кого же? А, ну это я у Глюки уже, походу, у него или ребенок умер, или что это такое. Всем оставшимся подразделениям приказываю отступить. Так. Всем оставшимся подразделениям приказываю отступить. Да, отступить там можно. Только вот... Ой, только вот куда, блядь, отступать? Вот это главный вопрос. Так, ага, это типа обелиска еще одного. Достать. Тварь, блядь. Же эти сучки. Если не подходить, эти твари не вылезают. Ну, хорошо. Ах ты, куда? А? Тварь. Где эта сучка? Ну, покажись. Достать из охранника. Так, ну вроде все хорошо. Аптечку можно использовать нормально. Так, ну что, ребятки, идем дальше. Вроде всех уговорили. Кто-то, кстати, еще кряхтит, я не понял. Кажется, вам, ребятки, сильно жирно. Такую пушку, раз он так быстро сдох, блядь. Что-то, мне кажется, действительно сильно жирно будет. Так, оно понятно, здесь это дерьмо. Достали, честное слово. Так. Чуть-чуть ништячков возьмем. И пойдем дальше. Тут зона невесомости. Здорово. А, я помню эту херню. Здесь надо отключить кислород. Сюда.
потушили. Нет кислорода, нет огня. Так, а мне еще батарейка будет нужна, ребят. Я ее сразу возьму, наверное, с собой. Все-таки. Здесь на батарейку для лифта поменяли. Так, ждем. Поехали. За грибами и орехами. Шаги. Он хочет, чтобы я следовал шагам. Шаг один. Залезть в темную машину. Стросс, успокойся, он тебе не навредит. Он хочет, чтобы я залез в темную машину, Айзек. Но я не могу. Она там. Она ждет меня. Стросс! О, господи, господи, боже! Стросс, слушай меня. Мы должны двигаться дальше. Ты можешь добраться до поезда? Он идет. Я не могу говорить. У этого красавца реально глюки. Причем очень жесткий. Я бы сказал, нереально жесткий. Так, давайте засейвимся, наверное. Пока не пойму. Ага. То есть надо было обрубить эти провода, скажем так. О, тут петушки. Хорошо. Вот это, мне кажется, для них будет самое то. Самое то, что нужно. Еще так прикольно выглядывает из-за угла. Ну, пока ни одного не вижу. Так, ребят, чуть-чуть глюкнула игра, ничего страшного, давайте еще одну попытку. Так, ну где там эти петушки, блин? Стазис зарядили. Yeah.
Что все. Что-то мне так кажется, что все. А что-то мне так кажется, что все. Так, ты можешь ломать. Айзек, он ушел. Слушай, шаги могут разрушить обелиск. Шаг один. Залезть в темную машину. Шаг два. Со всех сторон закручиваются винты. Я не понимаю. О, господи, он вернулся. Нет. Нет, 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 нет. Кто там вернулся, блин? Кто-то там вернулся. Так, ладно. Оттуда. И не ври, что хочешь помочь. Последний такой помощник пытался меня замочить. Успокойся. С чего мне тебя убивать? Вот. Правильно. Попробуешь. И ты труп. Девчуля, перестань. Не надо так нервничать. Слушай, давай начнем разговор сначала. Я Айзек. Элли, чего тебе надо, Айзек? Я пытаюсь добраться к транспортному терминалу. Мне нужно в правительственный сектор. А мы, по-твоему, чем занимаемся? Слушай, я могу помочь. Шансов спастись больше, если держаться вместе. Разве не так? Ага, как же. Сейчас любой лишний человек обуза. Я открою дверь. Но дальше каждый сам по себе. И, пожалуйста, не ходи за мной, окей? Подожди, подожди! Боится девка. Ее можно понять. Ее вполне можно понять. Чего ж тут и говорить? Ah!
Опять эта дрянь. Ладно, давайте сохранимся. Детская комната. Хорошо, хоть не милиции. Хорошо, хоть не детская комната милиции. Бедная, она отчаянно пытается спасти своего малыша. Но вот случилось то, что случилось. Хотя родительская любовь переживет все. Девку родительская любовь и погубила. Да. Офигеть, они быстро заразились. Так. Сейвимся, идем дальше.
захватанный Галинов. Хотел сказать, какой-то стадион. Это сцена. То ли спортзал, то ли непонятно что. Это уже такие подростки. Постарше детки. Детки выросли, блин. Так и хочется сказать, отвали, тварь. Отвали. Так, мне сюда, да, я так понимаю. Быстро отсюда текать. И чем быстрее, тем лучше. Звонок на перемену. Перерыв окончен. Так ты не признаешь. Боишься, если будешь слушать меня, вскроешь себе вены? Со мной этот трюк не пройдет. Можешь дурачить с троса, но я знаю, что ты не настоящий. Если я не настоящий, кто же стоит перед тобой? Всего лишь галлюцинация. Строс знает, как тебя уничтожить. Знает, как уничтожить обелиск. И мы тебя уничтожим. Как это удобно, уничтожь обелиск, и вся боль уйдет без следа. И больше никогда не надо будет слушать свое сердце. Здесь она права, от себя не убежишь. От глюков, может быть, и можно избавиться, но от себя убежать можно, только умерев. Наверное, хотя, может, я и здесь ошибаюсь. Айзек, это Элли. Я тут кое-кого нашла. Еще один выживший говорит, что знает тебя. Айзек! Я же сказала, не рыпайся. Элли, полегче. Это Строс. Я знаю его. Он какой-то дерганый. Я ему не доверяю. Не рыпайся. Элли, мне нужно, чтобы он не умер. Он мне нужен. Черт. Ладно, Айзек. Я выведу его к терминалу, но если он выкинет что-то, хоть что-то, я его пристрелю. Так, мы уже почти доехали.
Так. Ладно, сохранимся, идем дальше. Да давай же, двигай! Привет, Айзек. Знаешь, мне тут не по себе. Только утром я с трудом выбралась из этого CAC-комплекса. Так ты из CAC? Пилот грузовой платформы класс 4. А ты? Инженер. Ботан. Блеск. Вот дерьмо. Сейчас дерьмо. Будет весело. Он найдет меня в темноте. Заглохни. Просто вырубился свет. Народ, вы там в порядке? Нет. Черт, жизнеобеспечение тоже отключилось. Это нехорошо. Два наших последних субъекта, Кларк и Стросс. Так и знал, что рано или поздно вы доберетесь до терминала. Вагонетки больше не ходят. Ты в своем уме? Отключил систему жизнеобеспечения. Тут могут быть другие выжившие. Условия в гражданском секторе уже давно несовместимы с жизнью. Я не могу позволить вам сбежать. Прощай, Кларк. Вот и все. Разговор был... Черт, Айзек! Очень... Он бежит к тебе! Очень короткий. Почему ты Эдман отрубил питание? Чем ты ему так насолил? Да потому что он отмороз. Ты знаешь, что такое обелиск? Да. Юнитологи из моей команды только о нем и говорили. Он что, существует? Да, существует. Эдман создал его, используя код. Данные, которые хранятся у нас в головах. Все, что происходит на станции сейчас, происходит из-за обелиска. Я должен добраться до него и уничтожить. А Стросс знает, как это сделать. А ты занятный тип, Айзек. Ты мне поможешь? Или помогу тебе, или задохнусь. Выбора особо нет. Хорошо. Тогда нам надо восстановить питание. Или останемся и без транспорта, и без воздуха. Должен где-то быть запасной источник. Ну да. Наверху есть солнечный кластер, но он пылится уже много лет. Ясно. Я иду туда. Надеюсь, получится его запустить. Кто-то должен будет раскрыть солнечные батареи. Беру это на себя. Только присматривай за Стросом. Так, ну что ж, пора отсюда выбираться. Так, а как здесь пройти? Все нормально. Пока двигаемся нормально.
там Стросс? Без электричества. Тут любой звук слышно за несколько кварталов. Он нас выдаст. Элли, не позволяй ему уйти в себя. Я должен узнать, что он пытается сказать.